Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуко Фэмили, и мы продолжаем играть такую новую новиночку, как Creepy Tale 3. Присаживайтесь поудобнее, дорогие друзья, не забывайте про лайки, про колокольчик, приглашать друзей, готовьте чаечек и фиечек, а мы погнали, дружочек. Всем приятного просмотра, полный вперед! Ждем загрузки. Тут вроде как 11 глав. Это получается 6, 7, 8, 9, 10, 11, еще 6. Не, 5. Да, еще 5 глав. 5 глав. Чего? Это мне что, обратно топать? Так. Отличное начало. Идите в баню-то, а? Да, подожди. А чё она не крутится? Подожди. Клюк. Это он должен, по-моему, посмотреть, да? Каким-то образом он должен крутиться. Так, подожди. В смысле? А почему он не крутится? Алло? Или подожди? Чё-то я не вдупляю ни хрена. А чё я профукал-то? Может, я не тот шар подогнал? А тогда какой? А, я эту херню, по-моему, не ставил, да? По-моему, там что-то в задницу ставить надо, подожди-ка. По-моему, той херне там что-то надо вставить в задницу. Подожди. Точно. Так. Он эту херню отключает. Давай быстрей. Ага. Но по-другому мы, по-моему, и не могли бы забрать. А как теперь его охладить? Так, допустим.
Ё-моё, и что делать с этим всем? Непонятно. Что-то нифига непонятно. Сейчас я попробую. Так, подожди-ка. Да. Блин, как же тут неудобно перематывать. То есть в смысле? Чего? И чё? В смысле, блядь? Вы издеваетесь? Как это дерьмо проходить? В смысле, блядь? В смысле ты мне, блядь, не даешь? Очень интересно, блядь, просто обосраться. Да блин, 2, 3. И чё это значит? Серьезно?
Тут есть сброс или что-то подобие сброса, нет? Блин, я поздравляю, ну а как мне теперь заполнить тут херотень? В смысле? В смысле, она мне не дает? И в каком положении это все дерьмо должно быть? Охуенные головоломки, просто, блядь, обосраться. Ну хорошо, допустим. Вот как без прохождения, блядь, текст, видео, блядь, посмотреть что-нибудь? Это ж обосраться просто. Вниз, блин. Когда бы, блядь, не догадался, что, блядь, придется подобной херней, блядь, заниматься. Пиздец, блядь, просто. Чем заниматься? Да вот мы тут крутим, вертим перделюшки, да? Давайте же, блядь, перделюшки пополним, блядь. И чё? И чё? А дальше? Серьезно? Да в смысле, он же не дает ни хера. И чё? В смысле, он пропал? Если он пропал. Я что-то ни хера не вникаю в это дерьмо, блядь. Как это пройти? Как это реально пройти? Какого хера? Тут 4, блядь, символа. Нет, 6 символов. Сначала нужно сделать подобие вот этой херни. Ну. Допустим.
дальше трехступенчатую херню. Тут, блядь, что еще комбинация? Дальше какой-то там треугольник. Или нет? Да? Треугольная херня какая-то. Бляха-муха. Ну давай, раз, два. Потом вот это в виде какого-то треугольника, метлы какой-то. В смысле? А какая, блядь, комбинация должна быть? Объясните мне, пожалуйста. Серьезно? Обосраться просто. Да, блядь, комбинация была. Вот какого хрена она зачем туда идет? Я что-то не пойму. Зачем мы туда? У нее два шара. Значит, она прошла. Блядь. Почему у нее на первом месте шар лежит? Я что-то нихера не пойму. И что теперь? И что мне с ним делать? Нахера она его туда положила, а? Вы издеваетесь? В смысле? Допустим. Ну и чё, а почему не получается, алё? Или получится, я не пойму, а какой шар? Серьёзно? Серьёзно? И мне нужно было просто это сделать? Какая тупая игра, она мне ничего вообще не объясняет. Подожди, а она... Ладно, хорошо. Давай, ложи. В этом следующее у нас место по прохождению будет. Каменный поток, что ли, или что это такое? Подожди. Нет, подожди. И... А
что нам тут делать? Бля, какая запутанная игра, я манала. Реально очень запутанная. Я просто манал. Где прохождение, алло? Документ нахер закрылся, блять. Так, подожди. Да, было бы все так просто, блин, ну не просто, да? Что-то я ни хрена не пойму. И что нам делать? Так, он что-то сможет сделать, что ли, или что? Ага. Ха, ни хрена себе поворот, блин. Нас в удушение взяли, мать, вот так. Бля, как я ненавижу вот это прохождение, смотри, где просто обосраться. Фух. Так у нас и толком-то и ничего нету на инвентаре. Мы, наверное, и сделать ничего не можем, да? А чё мы тут сделаем? Да ничего мы сделать тут не сможем. Блин, капец, она даже бежать не может, ну это обосраться. Вот серьезно. Чего? Блин, мне одному кажется, что нифига не применить ничего, блин, просто. Просто логично, мне кажется, что ни хрена мы ничего сделать не сможем физически. Просто физически не сможем. Подожди. Чего? Тронный зал. И чё? Подожди, это смерть или это тупик? И чё за прикол? Ну, наверное, даже самая херня будет, наверное, да? И
что мы сделать можем, я не понимаю. Да мы и назад даже не можем вернуться, нихера. Она просто тупо падает и все. Просто тупо падает и все. Чего, блять? И чё? И как это проходить? Слева направо, 4-2-1. Серьезно? 4-2. Ну, допустим. И что нам тут делать? Не понял. Кажется, я видела где-то нечто подобное. Ага. И что нам тут делать? Верхний символ. Ромб верхний символ. А какой ромб? Я что-то не пойму. Кружок. Месяц нижний символ, это как? Но ромб же ж это ж, по-моему. Ну, по-моему, ромб и месяц. Сновидение. То есть, если все правильно, то мы должны это пройти, короче, да? Если ромб и месяц. Капец, сколько тут головоломок, я манал. Ромб и месяц. Ну в смысле неправильно? Ну в смысле неправильно? А что? А что, япона мать? Чего? А что надо было туда вставить? Я что-то не пойму. Чё мы пропустили? Еще один минус, блять, смотреть прохождение чужих людей. Просто обосраться. Откуда у нее вентиль? Я что-то не пойму ни хера. Где она вентиль взяла? А, подожди, открутить можно два вентиля?
Серьезно? И я об этом даже не знал? Что за херня? Видимо, этот проныра все-таки нашел способ сбежать со своей дурацкой банкой. Да, и такое бывает, прикинь. Так, подожди. А как бежать? Капец, я же даже... В смысле, ты как меня пес заметил, а? Сова дремучая. Я б сказал бы, блять. Так, подожди. Он идет за последний. Блин, а последнюю тяжело взять. Крутит сначала среднюю. Ага. Да пошел ты в жопу. Да в смысле, а как? А как у него стыбрить? Я что-то не пойму ни хера. Как? Как у него стыбрить винтель? Каким образом она его, извините меня, скоммуниздит? Серьезно? Серьезно, блядь? Его, блядь, крутить надо. Ёбуся. Пиздос просто. Просто пиздос. Да, блядь. Да нахер иди. Пошёл ты в жопу, мана, понял? Да блять, заебал, ну съебись ты оттуда, а! И чё ты с ними делаешь, еблан? А, ну подожди, он пока типа оттуда. Пошел нахуй. И чё теперь? И чё ты куда с ним идешь, ебла? Серьезно, посередине? Давай уже, куда-нибудь ложи его, дебила куска. В смысле? Ты дебил? И? В смысле у него паника? Я что-то не пойму, а как это проходить? Как это проходить, алло? Что-то я нихера не могу понять.
Чё-то я ничего реально не могу понять. Ну бегает он с ним, и чё? Как дебила куска. Подожди. И что дальше? Ну, так, окей, все дети очнулись. Ну а дальше чё? И чё дальше? Не пойму нифига. Ну, допустим, произошел взрыв, ну и... Чё-то ни хера не понимаю. Кстати, а почему... Непонятно, почему зажглась это. Что поменялось? Ну. Ну, ромбы был месяц, я так и сделал, ну. Может сейчас что-нибудь поменяется, блин, хотя бы сейчас бы что-нибудь бы поменялось. Какая напряженная эта сцена, а? Вот серьезно отвечаю. Ну, а теперь это поменялось что-то? В смысле нет? В смысле, блядь, нет? Чего? Чё-то я ни хера не понимаю. Ну, допустим. Я видела светящий... Ром попал месяц. Какой нам символ нужен? Это смерть.
Может, тут еще какой-то есть? Ну тут только один полумесяц. Вот этот. Может, имеется в виду вот этот ролл? Нихера непонятно. А почему у нее получилось? Капец. А почему у нее получилось? Что-то я нихера ничего не понимаю. Что за херня? Вот почему видео прохождение, блядь, все заебись? А у нас, блядь, какая-то хуйня. Вот честно. Как это работает, блядь? Брю. Чего, блядь? Какие два пера? О каких перьях речь, алё? Какие перья, блядь? Ничего не понимаю. Что-то я нихера ничего не понимаю, честно. Какие перья, блядь? Не понял. А чё за перья-то, блядь? А как их охладить? Чего? Не понял ни хера. Что-то я нихера не вдупляю, что я профукал. Ну да, конечно. У нее, значит, все в прохождении зашибись, а мы лапу сосем, блин. Что-то нихера не вдупляю, а что мы профукали? Чего мы, блин, профукали? Я что-то нихера не вдупляю. Допустим, раскололся камень, ничего.
Чё за херня? Нихера непонятно. Что-то я нихера не уйду, бля, подожди. Как все запутано они сделали, ё-моё. Чего? Она сама тоже запутанная играет, но пытается вникнуть, что вообще дальше делать. Стримерша. Че? Ну это понятно, подожди. Ну а почему тогда у нас это? Ну сколько нужно запутанно сделать игру? Я манал. Вот серьезно. Что, вплоть до мелочей, что ли, надо сделать, или что? Кажется, я видела где-то нечто подобное. Подожди, Ну это понятно, но почему у нас... я дебил, япона мать, подожди. И с черепом. Твою мать, я идиот. Вот. Теперь Теперь получается... Вот так должно сработать. То есть... Вот так должно сработать. Идиот. Я не заметил, что там три деления. Не два деления, а три деления. Это моя невнимательность, блядь, дала мне. Да япона мать, подожди. Блядь, я не опустил до конца. Да что ты будешь делать, Вася, а? Голова. Нет. Глава 7, да? Будет. Угу. Так, а сейчас начнется херобора с этими. С лифтами, да? Или с чем? Ладно, назовем это лифты. Так, давай. Ааа!
В смысле? Чё-то я нихера не понял. А почему у меня не сработало? По два пера с каждой стороны и по одному перу с каждой стороны наверху. Чё, блядь, так запарились? Вы чё, там ебанулись, что ли, совсем? Чистанулся просто. Подожди. Японам мать. Я видела светящий... Подожди, это как? Блять, как-то по два пера. Может так? По два пера с каждой стороны и по одному по одной? Может так? Ой, господи, эта игра просто ебёт мозги. Я не могу по-другому сказать. Если в этот раз не сработает, я не знаю, я буду бомбить. Просто как сучка. Как ЧСВшница последняя, блин. Господи, дайте в этот раз нормально за игру пройти, а? Наконец-то, блин, кошмар, глава. Так, и что тут делать? Ага, а в какую последовательность? Ё-моё. Вы серьёзно? Мазафака. А до какой последовательности мотать? Чего, блин? Она ж назад нас вернула. И чё? Ну, допустим. Какого хрена она вниз вернула, а? Может так? А, хрен там. Опа-на. Чё, серьёзно? Никак не можем... Чего?
Да ладно. И чё? Что нам делать, скажите, пожалуйста. Какого хрена назад нас вернуло, а? Сейчас прыгаем как дебилы, бля. И чё? А дальше чё? Охренеть, кто эти головоломки придумал, а? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Просто какой-то абзац. Да. Кошмарный абзац просто. Кошмарный абзац. Капец, как? 12 часов, 7 часов, это как? Движемся на 12 часов. Вправо. Это как? Нет. Вниз. Вправо. Вверх. Да нет, не надо нам вверх. Нет. Зачем нам направо? А дальше куда? А, подожди. Нет. А ну-ка. И чё? И чё это у меня тут было? С кристальной слезой? Смазываем 9 часов, это как?
89 часов. Нет. Да не понял ни хера, а куда это перекидывает нас? Нет, вниз не надо. Вверх, что ли, ничего. Так, подожди, то куда ведет? Что-то ни хера не понимаю. Куда это ведет проход? Вопрос, а зачем нам назад? Еще не пойму. Вверх? Это куда? Куда это ведет? В смысле вниз. О, бля, а как вправо попасть? Нет. А почему сюда? Ничего не пойму. А это куда ведет? Ну и... Не пойму, куда идет эта херня. Опа, подожди-ка. Да нахера сюда? Так. Что за филин нахер? В смысле? А чё-то я прикола не понял. Чё за херня?
смысле? Дорога? Что за прикол? Это что, прикол такой? Странно очень, конечно. Так, окей. Ага. Вот проказница! Все-таки выбралась! Ну как, корона не жмет? Далась она мне! Хочешь, подарю? Потом сочтемся. А давай! Всегда мечтал править! Не править мне. Корона такая же призрачная, как и весь мир филинов. Нет короны, нет помощи. Вот и верь после этого млохам. Скажи-ка, о других детишках позаботилась или только о себе? Спасла! И ведь это часть игры. Правда? Не ожидал. Ну, что стоишь? Думаешь, массовое поклонение продлится вечно? Смотри, некоторые начали что-то подозревать. А, пора бежать! 9. Так. Привыкнем, наверное, да? Так. Опа-на. Ай-яй-яй. Откройте, впустите! Зубы болят! Нет сил терпеть! Не слышит, не открывает! Нам здесь страдать! А ты чего стоишь, глазеешь? Нравится, когда другие страдают? Да нет, не нравится, наверное, да? Да. Значит, глава 9, но она тоже, в принципе. А там останется 2 главы. Ну да. Да нет. Нет, никто не должен страдать. По глазам не скажешь. Ой-ой-ой-ой-ой, шубки мои бедные! Так. А куда дальше-то? Чего? Чего и следовало ожидать. Придется искать другой путь.
Да, подожди, они просто ничего типа с ними не сделаешь, да? Это кто? Долбить в дверь не надоело? Может, другой путь поищем? А куда ты собралась? Подальше отсюда. Может быть, можно пройти через замок? И правда ведь можно. Вот только в замок не войти. Ай-яй-яй. Слушай, старик, наверху есть дверка. А что, если нам зайти через нее? А что, и правда. Будем действовать сообща. Говори, что делать и куда идти, а то у меня от боли голова не соображает. Так. Так, F. Так, а куда этим хреном-то идти? Чего? Понятно, ни хрена. Так, подожди-ка. Что мы тут сделать можем? Лестница, а для кого? Блин, подожди. Сколько геморроя, япона мать. Давай, поднимайся, мужик. Чего? Капец, сколько тут рычагов-то и япона мать. Какие вообще рычаги сжать? Чего? Не понял.
Что-то нихера не понятно, вот честно. Ай-яй-яй. Да блин. И чё? А дальше чё? Понятно, ни хера. Второй рычаг. Как она сюда попала вообще? Окей. Так. И чё? Так, допустим. Ничего не дает. И этот рычаг ничего не дает. Окей, подожди. Давай, поднимай. Так, подожди. И чё это дало? Кирпич? О, господи, господи, сколько тут всего делать-то, а? Чего? Т.
Погодите, это нам что, сейчас реально назад? Серьезно? Капец. Так, а куда этот кирпич применять вообще? Чего? А, понятно. Так, хорошо. А это для чего? Понятно. О, господи, сколько геморроя в этой игре, а? Вот реально геморрой. Что там по прохождению написано? Гарри, ты где? Ну? Блин. Так в другую сторону цепанись. Ну блин, ну ты чё, дебил, а? Дебила куска. Ну давай. Так, ну. Ржавый, покрытый. И что с ним делать? Ни хрена не понятно, вот честно. Давай, опускай нас. Блин, сколько геморроя тут, а? Вот реально. Еще один штифт. Так, подожди. Thank you.
чё? Это лестница, но лестница нам нафиг не нужна. И чё? Ни хера непонятно. Ну давай. Какой-то, блядь. Чего, блядь? Ну. Да давай! Ну спускайся, ты же, блин, япона мать. Чё, одновременно что ли нажать надо? Ничего. Да вы гоните. Ну крути ты, блин. Как это работает? Ебаный в рот, ну работай же ты. Ну и что ты тормозишь? Я что-то не пойму ни хера. Сделали, блядь, какую-то херню. Честно, блядь. Ну давай. Будешь сюда валить, блядь, или нет? Или только теперь этот старый пердун сюда пойдет? Блядь, ебаный в рот, блядь, как это проходить? Серьезно? Теперь только старый пес сможет это сделать. В смысле? Так, подожди, а почему не поменяться местами? И чё?
почему мы опуститься не можем? Что за херня? Типа все уже нельзя? Очень интересно. Не понял. А как теперь нам крутануть эту херню? Так, подожди, теперь. Я не пойму, теперь нужно этот крутануть, что ли, или что? А какой крутануть рычаг нужен, я не пойму. Понял, ни хера. Блять, ну я вот реально тут запутался, отвечаю. Хорошо, а давай тогда делать так, как нужно. Раз такая ебала начинается. Ну. Подожди. Что нам делать. Ну. Yes. Of course.
Ну, дед, крути. Ну, крути, дед. Это не крутится, а почему? Чё-то ни хера не понимаю, блядь. Возле какого, блядь, окна? Да, блядь. Чего? Понятно. Блин, ну а дальше чё? Зачем нам назад? Вопрос, зачем нам назад? Ебаный в рот, блядь. Она чё, штатив не взяла? Не понял ни хера. Чего? В смысле, лестница постоянно будет. Ну и нахрена мы спрыгнули, вопрос. Thank you.
Да куда ты спрыгнула, тупая ты? Девчонка, блин. Господи, у меня сейчас голова от этого дерьма заболит. Ну. Ну. Ты издеваешься? Да мне в другую сторону надо. Ты издеваешься? Кирпич. Ничего не пойму. Да ёпарасете. Давай, дед, опускай нас. Стоп, подожди. А дальше как? Что-то я нихера не пойму. Ну и чё? Ну и... С этими, блин, рычагами обосраться просто. Ну да ёпрасоте, давай.
Да я понял, мать! Ну! Да ебать, ну ты серьезно? Ну ты серьезно? Какие же тут тупые головоломки, а? Тупее, блядь, нету. Какие-то лбоёбы придумали эту хуйню. Давай, блядь, быстрей. Ну ты чё, блядь, тупая пизда, что ли, или что? Ебать, ты тупая пизда, просто, понимаешь? Блядь, пиздец, просто пиздец. Тут ёбаные скрипты, блядь, я ненавижу эти ёбаные скрипты, будь они, блядь, прокляты. Ебал я в рот эти скрипты, блядь. Ну и чё, блядь, этого кирпичом нельзя уебать. И чё, блядь? И чё, блядь? И чё дальше делать? Ну оказалась она наверху, блядь, и чё? Блять, как она сделала, блять, лестницу постоянно, блять. Блять, отъебись. Ну, дед, давай! Заебись! И что нам теперь делать? У нас же лестница, блядь, постоянно как-то должна работать. Блять, как лестницу она нормально сделала? Чего, блять? Thank you.
Блять, как эти рычаги, блять, работают? Вопрос. Как, блять? Блять, уже заебался, отвечаю. Пиздец, блять. Блять, вот не говорите, что, блять, заново. Вот не говорите, что, блять, заново мне эту дичь, блять, эту хуйню, блять, проходить. 2 часа, господи, 2 часа прохождения на эту дичь. 2 часа. Господи, блять. Помилуй нахер от этой дичи. Все по новой, я манал. Блять, я если я это не пройду, блять, там с какого-то момента я просто охерею. Просто охерею. Пиздец, блин. Я не знаю, как эту залупу проходить. Она даже не спрыгивает. Я манал. Поздравляю. Давай. Давай, крутани. Ну. Давай, блядь. Ну а дальше что? Вот она перепрыгивает. Ну а дальше что? Какой, блядь, это? Connect. А? Дед, быстрей. Ну, конечно, блядь, конечно, блядь. Конечно, блин, конечно, конечно, блядь. По 100 раз, и как это все проходить? Как? Вопрос. Давай. Ну блин, ну хули ты не переключаешься, блять, ну чё это за хуйня? Ебануться, ты серьезно? Ты серьезно? Что тут за тупое, блять, опоздание кнопок, ебать? Ну,
Да нажимай ты ебучие кнопки, хуёбки, а! Давай, блядь, нажимай! У меня какое-то запоздание, блядь, пока переключишься, охуеешь и не встанешь. Чё, блядь. Ну, в смысле, блядь? Дед, давай. Дед, блин, давай. Он, блядь, не перепрыгнет, он же, блядь, старый старпёр, блядь. Пиздец, как это работает? Ай-яй-яй. Блядь, у меня психи начнутся, отвечаю. Ай-яй-яй. Пиздец. Просто пиздец, как эту залупу проходить? Как она сделала, что у нее лестница, блядь, постоянно появилась, блядь? Как? И чё? Теперь у нас лестница. Чё, блядь? Не понял юмора. А. Подожди-ка, дед. Так, понятно, это теперь должно упростить задачу, да? Окей. Так, подожди, я что-то не пойму. Давай. Не понял. Подожди-ка, дед. Ты нихуя не понял юмора. Давай, дед, сдрыснись, я не знаю, каким раком, давай. Чё за хуя, а?
дичь какая-то, блядь. Да ёб твою мать! Ёб твою же мать! Ну и что? А те как открыть, я не пойму. Да куда ты пошла, дура тупая? Вот куда она пошла, я не пойму, а? Ебать, вот куда этот пес пошел, а? Что-то я нихера не понимаю. Я нихера не понимаю, что происходит. Да ёб твою мать! Да крути ты баранку, япона мать! Блять, пиздец какой-то. Ну то, блядь, вторая половина, нахуй, сам класс, блядь. Замечательно, блядь. Да ну нахуй, ну что ты, блядь, творишь? Куда ты, блядь, летишь? Вот вопрос, дед старый. Давай, блядь. Пиздец, блядь, какой-то нахуй. Нихуя себе. Они деда слушают, заебись. И чё? Ты нихуя ничего не понял, блядь. Ну, допустим, дед прошел. Чего, блядь? Стоп, подожди, там же за чертенком же что-то было? Ну да. Подожди-ка. А как нам теперь подняться? Вопрос. В смысле, блядь? Ну давай, крутани же. Не понял. Подожди.
Не понял. Что без толку? Тетушка все равно нас не пустит раньше полуночи. Осталось совсем немного. Подождем. Успокойся, старик. Нет, малявка. Здесь время само собой не идет. Ну и... Без рычага не сдвинуть. Нихуя себе, какого рычага? И как теперь это сделать? У нее что, рычаг, что ли, был? Ничего не пойму. Ну а зуб нужен был на кой хер? Вот, ну. И что теперь? Так, подожди-ка. Там же рычаг был, по-моему, да? Вот. Так, подожди, вот это от чего? Угу. Ладно. Понятно. Деда надо сюда. Ну, пошли, дед. И что это дало? Подожди. Часы. Что-то я нихера не пойму. Что-то нихера непонятно.
зачем назад возвращаться после того, как мы зубы это? Чуть ли ни хера ничего не понял. Смысл, зачем? Это дало. Господи, зачем так запутанно делать игру? Объясните, пожалуйста, для чего? Ну, 12, допустим, ну. И чё они не идут? Красные? Тогда не надо, подожди. Да ёб твою мать. Чего? А, ну это нельзя то, что, да? Ну и... Бля, может сейчас они заработают? Нет! Или вагонетку надо отправить. И вот так сделать. В смысле? А как? Да ёб твою мать. Да, заебал. Ничего не пойму, блять.
нужны. Подожди, а как вернуться обратно? Чего? Ну и что нам дальше делать? Ну, допустим, вернулась она наверх. Подожди. Так, такое ровное время должно быть или какое? Сейчас посмотрим. В смысле нет? Что-то я нихера не понимаю. Ну, блин. Не понял ни хера.
максимально сильно. А почему она на 20 хилблат, а не двигается? Хрена не понимаю. У меня сейчас башка снос какой-то. А на какое время там тупо? Ага. То есть нам нужно там передвинуть или еще раз тут передвинуть? Подожди-ка. Или он уже не передвинет? Понятно, он не передвинет, да? Блин, подожди, он двигается назад. А как еще на два значения сделать? Как? Не понял. А как это получилось у нее? Это какой-то, блядь, мозголом просто. Чего?
чё? Чё это значит? О, подожди. Ну. Давай. 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 В смысле? У нас же почти получилось, подожди. Как циферблат передвинуть? Объясни мне, пожалуйста. И чё? Типа с ней опуститься надо, что ли? Мысли назад. Не-не-не, давай вперед. Так, я что-то не пойму ни хера, подожди. Куда ты? Ну? А дальше? Во! Давай, деда, пускай. Наконец-то, блин. Фух, японская мать. Жесть. Ты правильно, лифт опустился. И что теперь нам? И как? Глава 10. Понятно. Шкаф. Ра-та-та-та-та.
Да. Как все не оптимизировано. Ну и чё? Оно будет отвисать или как? Игра. Блин, что с игрой не так? Блядь, чё за прикол? Алло. Гараж, блядь. Чё за прикол? Не понял ни хрена. Почему на главе 10 зависло, блядь? Я ни хрена не могу понять. Алло. Игра. Так, подожди, в шкафу надо спрятаться. Блять, дайте мне спрятаться в шран. Чего, блять? В смысле мы не спрятались? О, какие чудные пошли же нынче детки. Не позволяют тетушке скучать. И каждый день приходят на осмотр. Не стоит дергаться, малышка. Пошире ротик свой открой. Твои мне полечить угодно, зубки. Что за напасть? Ты не вкушала сладкий джем? И леденцом тебя не почивала мать? Я негодую. Позволь мне положение исправить и белый ротик твой приправить по личному рецепту сахарком. Такое лакомство, что пальчики оближешь. Ну вот, все зубки ровные твои сгниют в мгновение ока. Весь рот сведет от страшной боли, и кровоточить будут идиоты.
тетушка придет к тебе, чтоб вырвать зубки. Раз, два, и будешь ты здорова. Побудьте немного здесь, а я на время отлучусь и испеку тебе пуховый хлеб. Зубов не нужно, чтобы есть его. И десен хватит. Фу. Эй, старик, помоги же! Дай руку, вытащи меня отсюда! Прости! Спасу тебя, и тетушка не станет мне лечить зубы! Стой! Не бросай меня здесь! Предатель! Ладно, буду выбираться сама. И что нам делать? Причина бояться лечить зубы. Имей в виду, в своем жилище каждый угол знаю. Так, подожди, а надо было сваливать, чтобы она второй шкаф не обыскала, или как? Блин, походу сейчас будет. Ну, понятно, отсюда все начнем, да? Понятно. Ладно, мы, наверное, на этом остановимся. Начнем уже в следующий раз. Мы и так долго задержались. А всем спасибо за внимание. Всем до скорого. Всем удачи. Всем пока.